ты не волнуешься по поводу того, что какие-то планы не сбылись, с кем-то ты не встретился или что-то наметил, не получилось. Потому что ты видишь, как все раскрывается. Если что-то не получилось, то это может вести к чему-то более интересному. Ну вот в качестве примера просто, если вы договорились с человеком о встрече, но она не состоялась, до осознания себя можно расстраиваться, негодовать по этому поводу, обвинять себя или человека, или обстоятельства. Когда ты знаешь, когда ты чувствуешь этот процесс, процесс жизни, то ты видишь, как это все раскрывается. Встреча не состоялась, но случилось что-то другое, более интересное, что могло бы не случиться, если бы встреча состоялась. Таким образом открываются какие-то другие двери, более широкие возможности. Появляются нужные люди, обстоятельства. А ты все правильней. Ты все больше видишь мудрость жизни, ее правильность, ее красоту. Чувствуешь этот момент здесь, сейчас. Все чаще пребываешь в какой-то благости от жизни, от мира, от людей. Это не значит, что какие-то негативные эмоции, обстоятельства куда-то пропадают. Нет, это все есть, конечно. Можешь там быть не в том расположении духа, еще что-то. Но это тоже все в ясности. И этого становится все меньше. Потому что ты замечаешь, почему это происходит. Ты видишь уже корень, причины этого всего. Все мудро, этот мир, он действительно волшебный, он не хочет зла никому. Я не знаю, как назвать это, у кого какие религии, интерпретации, можно назвать Богом, природой, Вселенной, жизнью, миром, высшим я. Ну, в общем, кто как это может назвать, но... Ну, мне как-то ближе, наверное, сознание, осознанность. Ведь мы состоим не только из этого тела, но еще из чувств, эмоций, осознания. В общем, у нас очень много-много всего заложено. Очень много слоев, и все они постепенно раскрываются. И раскрываются сначала как процесс счищения шелухи и всего лишнего, рассматривания себя, своей жизни. Поначалу это... Ну, кому как, но для меня это был неприятный процесс. Даже в каких-то моментах жуткий. Но, повторюсь, жизнь мудра, и все. Все всегда нужно в нужное время, в нужный момент. И каждый момент, он единственный момент, вот только сейчас.
И только он и раскрывается, разворачивается. И не нужно стопориться на чем-то одном, зацикливаться на каких-то идеях, потому что все меняется, все абсолютно, все уходит, каждая секунда, вот каждое слово, оно просто уходит, исчезает в пустоте, его больше нет. Все, что я говорила до этого, этого больше нет. Сейчас уже другие мысли, ощущения, эмоции, и они тоже правильные, верные только в этом моменте, и все. Так что я просто хочу сказать, что не надо ничего бояться. Все так, как должно быть. Все здесь, сейчас, в этом моменте. Все происходит именно так для тебя, для того, чтобы ты почувствовал эту жизнь. Не бойся ничего.